Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудаль. Ваня, погрев нас всего один день, умчался дальше по своим атмосферным делам. У нас тем временем холодает. Итак, на нашем севере завтра днем около нуля, облачность переменная, без осадков. Ночью мороз минус 3-5. В центральных районах и на юге днем тоже около нуля, тоже переменная облачность. В ночные часы 2-4 ниже нуля. А послезавтра у нас станет теплее. Днем ждем до плюс 4 и кратковременный дождь. А дождь синоптики обещают и в понедельник. Воздух прогреется до плюс 6. Как правильно эвакуироваться, если застукали на горячем? Видео из сети, как пример, как делать не надо. Вентиляционная отверстие маленькое, а котов больше одного. В комментариях уже написали, возможно, это были вентиляционщики-рецидивисты. Впрочем, если бы рецидивисты, у них был бы четкий план по эвакуации. Эта же пушистая банда явно пришла неподготовленная. О погоде и не только все. Удачи вам. Увидимся.